Всем привет, друзья! И вы снова на канале Акция FM. Мы продолжаем играть в серию игр различных пародий на FNAF. И в этот раз мы поиграем в игру, которая называется A Shadow Our Freddy's. Я видел на другом канале, на одном, как играли в эту игру. Игра на самом деле очень жуткая, так что посмотрим. Честно сказать, первый раз в нее запускаю, прям при вас, можно сказать, прям погружаясь, даже не пробовал, не играл, так что поехали. На английском, правда, как обычно, блин, все на английском. Наши вот русские не умеют делать или переводить, что ли, хотя бы. Блин, надо учить английский, короче. Ладно. Так, что мы имеем? Ты встал в маленькой темной комнате. Короче, и все. И дальше я не понимаю. Gradually over begins, open music. Your body, твое тело что-то там очень болело, наверное. Ты что-то все плохо у тебя. И ты today, tp, клемене, короче. А также ты был, короче, какой-то там нехороший, и тебя все победили. Before and I like welcome. Добро пожаловать в Freddy Fazbear Pizzeria. И great to have you back home. Счастливого возвращения домой. Five Nights Remaking. Ладно. Remaking. Будем погружаться в темноту и страх ночного движения этой пиццерии. Что сказал? Не понял. Ладно, поехали. Прикольно. Вот на самом деле прикольно. Вот черно-белое, это очень жуткий. Эта инструкция каждую ночь поможет тебе, короче, click to continue. Понятно. Мой курсор. Так, можешь двигать курсором что-то, камеру, смотреть камеру. Left click, open more in the rooms, and тебе дожить надо до 6 утра. Все элементарно просто. Вентилятор работает. Первая часть. Ладно, поехали. Короче, левой кнопкой мыши можем передвигаться по комнату. Выберите направление и погнали. Find the exit. Найди выход. Элементарно. Мы же знатоки ФНАФа. Мы же сейчас все найдем выходы. Где у нас выход? ФНАФ первым. Фиг его знает. Ой, ребят, немножко приболел, так что не обращайте внимания, если что. Буду шмыгать маленько. Привет. Это мы вот вышли с нашей... С нашей биндежки. Биндежки. Так, если ее можно назвать. Я не знаю, чего здесь ожидать в этой игре вообще. Ну это главный холл, да? Я так понял. Почему-то здесь как-то... Все непонятно. Просто найти надо выход. Первая ночь очень проста. Пока ничего не слышишь, ничего такого прям сверхъестественного, подозрительного. Там где-то должна быть сейчас сценка. Сценка. Я пришел оттуда. Пойдем туда. Если я не ошибаюсь. О, здорово. Ой, ёпта. Черно-белый фон. Пойдем туда. Не знаю. Не знаю, что здесь ожидать в этой игре, конечно, честно сказать. Пират Бухта шел туда на сценку. Страшные звуки, конечно же, как в любом ужастике. Как обычно, нас ждут. Бэкстейдж. Пойдем туда. Это типа за сценой. За ширмой, за сценой. Ой, ёшкин кот. Это даже не за ширмой, это... Это та самая комнатка с запчастями. Как она называется? Рум, забыл. Да, та, Appliance Only. Appliance Only. Страшная комнатка. Так, ладно, стой. Breaking Room, пойдем туда. Фиг знает. Не знаю, надо просто, походу, до 12 часов, вот, если до 6 утра... О, до 6 утра надо, походу, свалить с этого места жуткого. То есть у вас есть шанс до 6 утра, и чем раньше вы это сделаете, тем... Ёпта, можно даже брать что-то. Это, походу, знаете, я не знаю.
даже как это назвать. Прям вообще после. Нет, я не туда пошел. Нет. Назад на сценку. На сценку будем выступать, петь песенки. Тихо. Андрей, без паники. Без паники. Идем туда. А мы идем налево. А мы пойдем направо. Я вообще заблудился. Мы вышли с другой стороны. Я так понял. Час ночи. Час ночи. Что нам Мишка дает? Мишка? Bedroom. О, exit. Прикольно. Exit. Hello. Есть кто-нибудь? Марионетка. Здорово. Марионетка. Видели, да? Глаза такие. Марионетки глаза были. Так, смотрели на меня. Типа мы прошли ночь, да? Вообще изумительно. Ну это, в принципе, было легко и просто. Так что, едем дальше. Первая ночь такая себе, но во всех любых играх, во всех ФНАФах она очень простая, на самом деле. Ну, так что на этом мы не остановимся. Вы что-то там сделали, вы молодец, вы прошли эту ночь. Да, yes, я готов на все, что это, что бы это ни значило. Здорово. Здоровенько. Здорово, Пупит. Пупит. Глазик на, глазик два. Ты друг? There was a little kid. На историю мне рассказывают какую-то. Играли в игрушки. Он рассказывает про игрушку. Историю про страшного мальчика без лица. Который игрушку, это, короче, отобрала у него собака, насколько я понял. Насколько я помню. И убежала в forest, в лес. Он типа за ней погнался. А, ну робот игрушка, да. Типа play. Он типа ей говорил, вернись. Она все бежала и бежала от него. Ну он был, блин, такой злой. Побежал за ней. И бежал, пока не дошел до той робота. Убежал с роботом игрушкой. И он побежал за ней. И начал отбирать у него, у собачки, робота своего любимого. Но однажды семья Pet Dog нашла, короче, это короче, что-то произошло, и чувак убил собачку, и все, было не очень, конечно, хороший пенец. Он, короче, за игрушку убил собачку. И робот для него был важнее, чем друг четвероногий. Ну, как-то так. Ну, чокнутый. Не будьте такими. Это была страшная история. His friend вернется. If he is a left in the supple defen, is a small necked in the fowls. The kind and froze on the people gold. The lads the left on on... Нашли тело собаки, да-да-да. Как я и говорил. Боди, тело. Нашли тело собаки. Four night. Осталось теперь 4 ночи. 4 ночи. Ну, 4 всего лишь. На всего 4 ночи. Это ж такой пустяк. Еще одну ночку, ребятка. Продолжим. Поехали. Четвертая. Вторая ночь, поехали. Да-да-да. Да. Блу. Ну, жуткая, жутковатенькая игра, конечно. Да. Вот, кстати, вот мальчик, вот этот вот собачка. Мне нужно задание. Что? Press, to press back current rule, blablabla. Hold right click on open patch listen sound. Что? Ты прислушивался на правую кнопку мыши? Понял? Что же непонятно? Все понятно. Все элементарно.
Follow, иди за музыкой, следуй за музыкой. Задание наше такое во вторую ночь. Элементарно. Нам дали способность прислушиваться. Все. Мы типа супермены, и нам каждую ночь дают какую-то новую способность. Это такое. Типа идите. Погромче сделать надо. Ну, в наушниках, я имею в виду. Вот там туда. Нам туда. Все верно. Вот там музыка. Вон там музыка, да-да-да. Короче, меня обманули, походу. Ну, то есть, не обманули? Ой, прям как отчетливо там музыка играет. Меня, короче, за собой кто-то ведет. Нет, не выходи. Что-то дышит. Сюда? Я боюсь, я боюсь. Ой. Не, там тишина. Там? Что делать? Сюда нельзя идти? Там и на месте, походу, тоже. Employment, он ли закрыт? Ладно, пойдем назад. Пойдем назад! Подеваться. Я не туда зашел, походу. Так, слушай музыку. Так, мы пришли отсюда, да? Пойдем туда. То есть послушаем. Вообще тишина. Вообще полная тишина. Вы чё? И там тишина. А там? Где музыка? Пофиг, пошли туда. Значит, он убежал от меня, походу. Это что такое? Вы чё? Чё за дела? Прайм-сонга. Кичен. Кухня. А, вот там музыка, быстро. Ага, прямо. Идем прямо. Там был кто-то страшный. Прям близко музыка, туда идем. Прям по прямой идем, прям и так вот так прям идем. Круто. Никого. Туда. Все правильно, идем по движухе. Там музыка что ли не играет? Не пойму я, где она играет. Ё-моё, 2 часа ночи уже, ребята. Тут играет, точно. Давай, родной. Привет. Ой. Прикольно. Я нашел. Ты играл? Эндоскелет? А, марионетка опять здесь. Он нам, походу, подсказывает. Помогает нам как-то. Он свою музыкальную шкатулку. Ты нас выводился. Зачем ты нас сюда вел? Непонятно. Вообще как-то непонятно. Странно все это звучало. Ну ладно. Ну как-то так. Блин, жуткая игрушка на самом деле. Блин, прикольно. Кто не играл, посоветую поиграть в нее. Ну по-любому уже многие фанаты FNAF уже по-любому не играли. Да я все торможу, блин, в последний момент все игры играю, блин. Ничего. Будем. Итак, давайте посмотрим историю и закончим. Музыкальная шкатулка. Истории. Хочешь услышать продолжение истории? Конечно! Итак, марионетка расскажет нам вторую историю. Эта история расскажет вам
другую историю, которую лучше никогда не повторять. Однажды мальчик, короче, что-то мальчик, спальчик, he is bad, закрыл глаза и ту боялся, может, шторма, короче, хрен, фиг знает. Enveloped this clip and the storm of the replants from the window. В окошечко к нему пришел the boy. А, короче, мальчик открыл глаза и увидел что-то в окне. Но нафиг ничего воз... Короче, и... Он лег дальше спать. Он просто дальше лег спать. Он открыл глаза опять. And... не мог остановить свой взор. The shadow, он увидел тень какую-то там. Бла-бла-бла. Он pushed the center his door boy from bed and windows. Он смотрел все в окно и смотрел. И не мог закрыть глаза. Он видел, что что-то там какое-то животное в темноте, ночью, и голоса, цвета, много чего он видел там. Короче, он был вообще напуган и видел в окне его любимая игрушка Stolen, вернулась без опять, которая была в поезде. Да, эта собачка к нему вернулась и захотела ему отомстить. Все правильно. Так и было. В общем, он убил собачку и ночью и собачка его съела. Ну, типа того. Понятно? И он увидел своего робота, гулящего по лесу. Ну, не смог ничем ему помочь. Ну, почему? Потому что он был такой вот себе. Shadow go away in the stand and twisted stolen telemporum. Но! Это время... Tiny plastic fell and follow. Он начал ломать свою игрушку. И что-то там, что-то сделал с ней. Он тут нашел... Страсти какие-то, короче. Кто знает, ребята, поймет. Я плохо силен в английском. By such discovery from hands. Короче, будем учить английский. Smiling from air of... ухо за ухо. In... Что-то за то. Ухо за ухо! There is night... то есть третья ночь вернулась. Ладно. Ладно, друзья, думаю, на этом все. Если вам понравилась также эта игра, не забываем поставить лайк, подписаться на канал, включить колокольчик. И если хотите увидеть продолжение этой игры, пишите в комментариях. И оно будет уже после того, после моего возвращения. Ладно, ребят, всем удачи, пока.